Друзья, всем привет! С вами Сергей, вы на канале Spark. И сегодня будет видео про билд, ранее по которому была представлена ротация с неплохим ДПСом под текущий патч на сорке. Это будет билд на пятого сорку. К сожалению или к счастью, лично у меня не получается комфортно играть, показывать максимальный урон без петов. Видимо, сорка — это класс, который в PvE контенте обречен быть с петами. Я не говорю про те видео, возможно, которые вы наблюдали, которые в группе я оставлял, а именно вот видео Даника, также видео Неумехи, где они набивают под полтинник и так далее. Но вы всегда можете наблюдать такой момент, что данные товарищи абсолютно, скажем так, просыхают по мане. Вот они просто намертво просыхают по мане. Мне это никогда не нравилось. И если вы ходили в тюрьму Black Rose Prison, если вы ходили в триалы, вы понимаете, что ситуации никогда не бывают идеальными, что у вас все отлично, везде обмазаться можно синергиями, копиями и так далее, что у вас все есть классы, все синергии, даже бунтшилд кидают. Друзья, такого не бывает. Ну, конечно, к этому надо стремиться, но такого не бывает. Поэтому все еще старый добрый билд сорки с двумя петами. Итак, начнем. Что я ношу? Опять же, вы можете варьировать данные вещи. Первый сет, который мне очень нравится, это Mother Sorrow, дает отличные криты. С ним все понятно, все на Divines. Дальше я ношу Infallible, потому что я делаю в конце обязательно хэви-атаку. Что он делает? Дает vulnerability на 10 секунд, поэтому если вы видите на хилах ваших Infallible, вы говорите: сними этот отстой, надень что-нибудь полезное, типа Йорвульда и Алариме, либо других сетов. Вот. Если они этого не делают, ну, делайте вывод, с какой вы группы идете, и ливайте. Скорее ливайте. Вот. Чем мне нравится Infallible? Он как раз вот создан под этот сет, и как раз в той ротации, которую я использую, с полностью заряженной хэви-атаки он активируется. Плюс у него есть такие бонусы, как Minor Slayer и другие, которые также присутствуют в реальных сетах. Также этот сет очень хорош тем, что его достаточно легко добыть. И он как полезен вам, так и группе. И у вас будет 100% офтайм вот это. Vulnerability, или как-то по-русски называется уязвимость, да, на 8%. Вот. Очень классный сет. Например, для сорки, который делает хэви атаки в данном билде, советую. Энчант на электричество, потому что у сорки за счет пассивки дополнительный урон от электричества. К сожалению, у нас разработчики убрали то, что у альтмера еще дополнительный урон от электричества. Поэтому, если вы играете альтмером или данмером, уже нет принципиально, как у нас говорится, правового значения, кто вы по расе. Просто жирный параметр spell damage. Ну, здесь я использую вот злободневный Майлстром посох. Так как у меня маны просто завались, я использую вот этот Виапон Enchant, а не Enchant на ману. Дальше я использую сет Slime Crawl. Этот сет может меняться в зависимости от того, с какой группы вы идете. Мне он больше всего нравится. Вы можете использовать Ice Heart. Можете использовать, если точно у вас не будет шевелиться враг, это Зан. Но опять же, вот этот сет мне нравится, потому что можете быть сильным независимым мужчиной, бегать и не зависеть там от всяких этих хилов женщин, которые там, так сказать, комбат прейер плохо кидают. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот, надеюсь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Здесь вы можете ставить Валькинс Кори, Ламбрис, вот все, что вашей душе угодно. Но опять же, Валькинс Кори очень удачный сет в этом плане, потому что у нас достаточно много дот. Это способности, которые наносят урон в течение времени. Вот. И поэтому наш вот сет этот замечательный Валькинс Кори, он активируется и всегда работает. По вещам я вам рассказал, что у меня. Значит, по
еде и расе. Раса Данмер, еда двухстатная, камень Лавер, перин четвертая стадия, чтобы красться и убивать всех. По ЧП начнем отсюда. Варлорд, 23, освобождение. Хэви атаки делают, тенасити. Кувырки. Блокирование. Видите, везде все целые числа, все по красоте. Дальше. Такой порядок ЧП я нахожу оптимальным. База, криты, пробивание. Лайт и хэви атаки, немножко. И доты. Прямой урон, щит, равномерно, доты, лечение, принимаемое исцеление. Это очень важно. Все. Кому лень листать вот это все, делайте, значит, скриншот, ставьте на паузу. Вот суперстар, пожалуйста. Значит, первое. У меня стоят скиллы ровно в той последовательности, как примерно я их использую. Да? Знаменитая ротация Келпус, которую мне когда-то познакомил Антик. Она просто неумираемая и до сих пор остается актуальной. То есть здесь я использую Пета. Я использую в ротации. Активирую Пета. Лайт атака проклятие. Лайт атака Ликвид Лайтнинг. Свап панели. Лайт атака Блокейд оф Шторм. Свап панели. Если прокнул кристалл, лайт атака кристалл, полностью заряженная хэви атака. Дальше опять пет и так далее. Пет активируем без хэви атаки. Терминатора, он называется Тормертнер, но я предпочитаю называть его Терминатор. Я активирую по его завершению, там вот по таймингу видно. Обращаю ваше внимание, что он наносит на 50% больше урона противнику, у которых больше 50% здоровья. То есть, если у противника 50% здоровья или меньше, то его активировать бессмысленно. Вы лишние потратите 3063 маны. Дальше у нас идет Шторм Атронах. Кто вдруг не заметил, у нас пассивка Ancient Knowledge изменилась. Что это значит? Что у нас сейчас только при ношении посоха разрушения у нас появляется дополнительный урон данного посоха. Теперь не надо вставлять сюда Destro ульту, чтобы у нас какой-то дополнительный урон был от посоха разрушения. То есть он... Дальше что у нас? Опять же дублируется Pet. Channel Acceleration я использую для дополнительного урона. Если хотите, можете использовать ловушку, но это всегда можно использовать в ренже, это куда лучше. Плюс у вас бум, щиток есть. Если вы не уверены в своем хиле, ставьте сюрдж и активируйте по откату. Сюда для куклы ставится дрейн, но вообще здесь должен стоять щит. И в общем, вот такая вот сборочка является, я бы даже сказал, супер ультимативной. Когда вы ходите, бьете всех, у вас есть подхил. И все по красоте. Я оставлю ссылку на то видео, где я гасил скелета. Ну, мы, чтобы продемонстрировать какие-то возможности билда, погасим скелета опять с какими-то небольшими комментариями. Да? Без зана, ребят, конечно, без зана. Все, как говорится, в режиме реального времени. Без накруток. Вот мы идем, знаете, вот не к вот этому скелету, да, где маны еле хватает, а вот к этому. Призываем петов. Пьем баночку. Управляем их. И поехали по кругу прям. Полностью заряженная хэви атака.
Если у вас так совпало, что у вас и off balance, и полностью заряженная хавиатака, обратите внимание, маны очень много восстанавливаются. Вот у нас уже 50% и меньше у товарища скелета, поэтому терминатора мы не активируем. Видите, не по кругу идем просто стабильненько, хорошо. Что-то хэви атака, как видно, сорвалась, да? Ну, вот видите, как бы 49, ребят. Лайт атака, терминатор. Ну и дальше доты пошли. Что мы можем видеть? Забыл acceleration активировать. Видите, 26%. Возможно, урон был бы больше. Вот. Ну, в целом, я считаю, неплохой результат. Давайте еще раз бомбанем только мелкого скелета. Ну, друзья, почти 52. Все, как видите, в режиме реального времени. Так, лайт атака, терминатор, пошли доты. Минор форс 93% уже. Вулнерабилити 100%. Я пробовал тестить с хилом. Там в Зане и так далее. В этом тесте не сильно много увеличивается. У меня получается 57 в робуста. Но, друзья, положа руку на сердце, 57 в босса — прекрасный результат. Я думаю, даже 50 уже не стыдно показать в босса. Как бы, с учетом того, что там еще всякая беготня, вот, фигня всякая. Ну, если еще горно будет постоянно, вообще будет хорошо. В общем, про одежду рассказал, ротацию показал, скиллы показал, ЧП показал. Все показал, ребят. Я думаю, у вас все получится и будете с оркой нормально дамажить. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, звоните в колокол. Все как обычно.